тема. Девская школа. Мы в Константиново сегодня. Родина Есенина. Ну и ветер. Что это все-таки за дом? Его или его родителей? Нет, дом другой. Да? Ну, наверное. Часовня стоит. Сегодня юбилей. 55. Церковь интересная. Вот тут сам дом Есенина. Великий русский поэт. Купили билеты, пойдем внутрь. Выставки какие-то, экскурсии. Одни сплошные сувениры. Вот их тут даже и делают. Мастер. Прогуляемся. Ух ты, яблоня какая старая. Ну, логично, какая она еще тут может быть. Красота. Так пусть так дом поездишь, что нужно что-то делать. Вот постройка 1913 года. Тоже вроде как. Ну да, их обработали. Видно вот по венцам, что бревна-то старые. Так, конечно, их явно шлифуют и чем-то пропитывают, чтобы это все не сгнило. О, вишенка вовсю спелая. Это все какой-то домик. Это все закрыто. Тут фотосессия в честь дня рождения мамы. Это здание, да? Угу. Там написано 1920 какого-то года или другого постройка. Подержать за палец. Тут ты мало подержала. Натроганный палец. Угу. Энергетика хорошая. Ну да, ну да. Ну что, в дом пойдем? Угу. Скажи подписчикам, чтобы по траве не ходили, там муравьи. Ты сама сейчас это сделала. Белка.
Синий. Синий. Да. Да, домик, конечно, маленький. Ну а что еще нужно было раньше? Я люблю маленькие такие уютные комнатушки. Мы же ничего бы не знали. А какой похвальный грамоту царь давал. Ну, нет, так. Хорошо, что... Смотрите, какая необычная часовня. Ой, колокольня. А вон и АКА. Трава там какие-то. Вот там, да? Все видно, да? Да. А вон
кстати, шлюз. Вон он. Входной. Здесь что-то типа, не знаю, волнорезы или что это такое. Красота, конечно. Какая аллейка классная. Да, Макс, тут... видишь березу, улитку? Вижу, вижу. Молодец. Точно, точно, слушайте. Улитка прям. Ага, с усами. Да, живописные давай места. Давай. Оль, хоть красивые посты или похабные? Не, сядьте вот так. Да. 55 именно так отмечают. Художники. А вот смотри, да? Вот у тебя юбилей сегодня. Мы тебя привезли в самые художественные места. Да, а? Чтобы... Именно вот для художников, поэтов и прочих. Красота. Сумасшедших. Шутка. Нам все равно не понятно. Пойдем, шампиньон у березы. Да, 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 вот еще смотри, вот твоя. Я это большой не заметил. Смотрите, ульи стоят. Сфоткайте мне ульи. Шампиньоны, говорят. И вот еще. А нет, вот он. Красота. Когда-то здесь стоял Есенин. Красота. Сушка стопудово. Нет. Нет? По-моему, нет. Потому что тут... Это, по-моему, МиГ-29. Ага. Это из Луховиц, скорее всего, с базы. Тут домик. Интересно. Но это, наверное, уже к Есенину не имеет особого отношения. Какая-то усадебка. Красота. И яблоневый сад. Да, места, конечно, шикарные. Вот где надо дом строить. А это, наверное, какая-то гостиница. Балкончик. А вот тут явно смотровая площадка главная. Еще одна панорамочка. Тут их можно делать бесконечно.
коты. Метровый Есенин. Кафешка местная. Сцена. Хороший фон у сцены. Просто атас. Я думал, что это баржа, а это паром. Ничего себе. Давно я такого не видел. Через Аку паром. Подъехали к шлюзу с плотиной. О, рыбачок сидит. Красота. Да, тут на лодке шикарно просто. Кстати, плотины-то. Хыщника, небось, навалом. Ох, сейчас мы тут песка-то насобираем. О! Ну, суть по уровню перепад-то небольшой у него. Хотя фиг его знает. А за ним, кстати, вон там горы Константинова, по которым мы лазили до этого. Жалко, плотины не видно. Надо дальше, значит, отъехать. Прикольно. То, что и как-нибудь прокатиться на таком. А вон она и плотина. Шумит.